Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня снимаю сериал, который называется «Золушка». Давайте начинать. Так. Надо поспать лечь. Золушка, иди сюда! Золушка! Золушка, Золушка, подойди сюда. Спит она там. Ты вообще не должна спать. Ой. Бегу, матушка. Да, матушка, что-то стряслось. Ты что, совсем уже страх потеряла? Не слышишь? Там твои сестры тебя зовут. Немедля взяла и обслужила их. По всем категориям. Быстрее, я сказала. И захвати вот это быстрее. Конечно. У меня отвалилось. Ой, блин. Да, уже бегу, матушка. Немедленно это 50 раз перестирать и посушить. И чтобы к следующему часу все было готово. Потом предоставь моей дочерям завтрак. Покорми Люцифера. Почеши им гривы. Точнее, принеси им расчески. И принеси им одежду. Смотри, чтобы они через час были умыты, одеты и покормлены. Ты поняла меня? Да, матушка. Иди отсюда. Иди, я сказала. Конечно, ой, извините. Мадам, я иду. Не матушка, а мадам. Такая вот у меня нелегкая жизнь. Мне уже целых 15 лет. А я живу в этом маленьком домишке со своими сестрами, которые спят. Вот такая уж у меня судьба. Девочки, вставайте! Девочки! Золушка, отвали, мы еще поспать хотим. Девочки! Господи! Напугала ты нас! Мы тебе звали, чтобы ты нам принесла еду, а не будила нас. Но вы же должны позавтракать. Все, немедля принесла нам расчески и наряд. Если через 5 минут этого здесь не будет, мы возьмем и все маме расскажем. Во-во, так что иди давай быстрее. Конечно, иду. Так, быстрее надо все им подвести. Так, вот расчески их не. Еще надо матушке надать. Ой, упали расчески. Я жду, я. Бегу уже. Вот, девочки, берите свои расчески. Вози сейчас, девочки. Вот, держите, это вам расчесочка. Наконец-то додумалась. Давай быстрее. Вот, держите. Отвези это. Ты, надеюсь, дал им одежду моим доченькам? Доченькам? Нет. Сейчас, мисс, всю секундочку, мисс. Вы причёсаны? Ну, а ты как думаешь? Пока нет. Давай, неси нам одежду. Ой, мы оделись. Скажи, что эта Золушка уже всем надоела. Да не то слово. Вообще я не люблю ее. И почему мама вообще взяла? Мам, иди сюда. Да, доченьки, что-то не так? Мам, зачем у нас дома Золушка? Она меня так бесит. Она же наш раб. Радуйся, что у нас хотя бы кто-то из прислуга. А, точно. Вы расчесались. Опять эта негодяйка не убрала. Золушка, немедли иди сюда. Да, мэм, вы меня звали?
Немедленно убери это! И что это на тебе? На ней мой ободок! А ну-ка сними его, воровка! Но ты его сама же выкинула. Сними! Так, девочки, не надо. Этот бант уже старый. Пусть она такая же... Она же такая же недотёмпа. Так что пусть носит этот старый бант. И тебе куплю 1000 вот таких вот корон за какой-то бант. Да, мама, ты права. Бант всего-то какой. Кстати, по поводу короны, смотри, что я тебе купила. Вау, мамочка, спасибо! А мама, ты мне что-нибудь купила? А тебе вот это. Ой, спасибо, мама. Матушка, а вы мне что-нибудь купили? Да. Я тебе купила плюс еще работы. Ты должна перебрать всю крупу, убраться, помыть полы. Ну за что? За то, что глупые вопросы задаешь. Так, девочки, а мы с девочками пойдем погуляем в парке, пока ты будешь работать. Давай. Кстати, тебе осталось 5 минут. Дочери должны быть накормлены и одеты. Ты поняла? Ой, да, да. Ха-ха-ха, недотёпа. Ой. Шевелись давай. Сейчас, держите ваши короны. Давай переоденем их. И как нам хорошо, у нас новые аксессуары. Эта Золушка живет вот в этой развалюхе старой, в этом доме. Ах, как мне не повезло, у меня даже комнаты нет. Золушка, неси нам завтрак. Конечно, несу, девочки. Почему же я такая несчастливая? Вот, девочки, держите, кушайте. Что это такое ты нам принесла? Чай, кексики, сахарок и молочка. Что это за ерунда? Ай! Фу! Мы не хотим такое. Что тут происходит? Ой, это мам недотёпа уронил наш завтрак. Золушка, немедленно все это убери. И хотя бы раз сделай что-то нормально. Бери одень моих дочерей. Или тебе не поздоровится.